Конечно, Рим один из лучших. Но всякий раз я покидаю его без сожаления и возвращаюсь без удовольствия. И сейчас я здесь. Даже тренирую настоящих спортсменов. Но такая радость выпадает очень редко. Браво, Лучано, молодец. А? Еще раз, теперь повыше. Ну, чтобы ей взять и выиграть для тебя золотую медаль. Мало я с ней занимался. Успокой дыхание. Один месяц. И тогда мало. Я в рекламках напишу не серебряный, а золотой тренер Тонио Лутаити. Пожалуйста, напиши самые лучшие в мире. А почему бы нет? И при том полная гарантия успеха. Ну ладно, не мешай, не мешай. Лучано, плечи. Назад. Белла, Лучано, белла. Итак, сеньор Антонио, вы едете с нами. Сеньора, продлеваем контракт. Спортивный комитет раскошелился. Я им заявляю, вы можете экономить на чем угодно, только не на тренере. Обстоятельства изменились, Доминико. Вы знаете, мы слишком долго ждали. А что такое? Новый договор? Да, частный клуб Кэрролла, самый богатый в Америке. Антонио. Европейский турнир гимнастов в Киеве значительно интереснее, чем наращивать мускулы богатым шалопаем. А наши ребята могут выиграть. За такой короткий срок вы их крепко подтянули. Неужели вы нас оставите? Что может быть хуже женщины-импресарио? А, ему тоже все равно. Он не итальянец. Джули, а если мы задержимся недели на две? Это было бы прекрасно. Мистер Кэрролл не будет ждать. Это же такой счастливый случай для меня, Джули. Ты же знаешь, я давно мечтал там побывать. В другой раз, дорогой. Мы должны лететь в Нью-Йорк. Ну что ж, конечно, такого гонорара мы вам предложить не можем. Поздравляю. Феноменальный контракт. Доминико, я очень сожалею. И я тоже. Контракты, опять контракты. Любого толстяка Лутенти превращает в стройного юношу. Срок исполнения 2 месяца с гарантией. И за это доллары, кроны, лиры, как повару, как дворецкому. Ох, до чего все это не похоже на высокие цели моей молодости. Вот он, манифест гимнастического общества «Гармония». Мы видели гармонию человека в единстве красоты душевной и красоты телесной. Мы мечтали о спорте для народа. Сколько таких листков я развесил по всему Львову. Все их сорвали польские жандармы. Кроме этого, как хорошо, что мне удалось его сохранить на памяти. Украинцы, вступайте в гимнастическое общество «Гармонии». Занятия по средам и пятницам в танцевальном зале пана Янушевича. Львов. 1938 год. Нам не удалось провести ни одного занятия. И тогда, в тот год, я бежал из испанской Польши.
Как вы были правы, друзья. И ты, Ваня, и ты, Богдан. Уже через год все изменилось. Львов стал советским. О, и за океан потащишь эту молитву. Она тебе мешает? О, нет, молитвы бесполезны, но и не приносят вреда. Да. Жули. Меня? Алло. О, сеньор Николайчук? Да-да. Пожалуйста, отпечатайте цветные и вышлите за нами самолетом. Да. Благодарю. Я не хочу иметь дело с этими господами. Это твой соотечественник. А его отношение к советской Украине меня не интересует, дорогой. Я тебя прошу, никаких дел. Хорошо, больше не буду, только не садись. Вот. Кто там? Добрый вечер, сеньора. Добрый вечер, Лучано. Извините, я без предупреждения. Пожалуйста. Сеньор Антонио, помните, вы нам говорили о себе? Да-да. И вот мы увидели в киоске и решили вам это показать. Спасибо. Мастер спорта Татьяна. Нет, это просто совпадение. У нее, видимо, есть родители и возраст не тот. Там на пятой странице о ней что-то написано. Мы не могли прочесть. Воспитанница Львовского детского дома. Студентка Киевского университета. Тоня, мы не поедем туда. У нас серьезные дела и серьезный план. Лучшие годы наши мы потратили на ее поиски. Девочка потерялась в Европе. И найтись она может только здесь, на Западе. Не могла она попасть во Львов, это же ясно. Но почему ты упрямишься? Ах, сеньора, какие только случайности не бывают на свете. По-моему, если есть хоть один шанс на... Помолчите, Лючан! Ну всем, всем нужно лезть в чужие дела. Я хотела помочь. Вы хотите только одного, чтобы тренер ехал с вами. Вы только этого добиваетесь. Вы шагу не можете ступить без няньки. Вы несправедливы, сеньора. Лючана ни в чем не виновата, ты не права, Юля. Я не Юля. Меня зовут Джулия. Слышишь? Хорошо. Джулия, мне не хотелось бы тебя огорчать, но я поеду в Киев. Ты не достанешь разрешения на выезд. Я достану разрешение. Дайте мне вареники. Доминико, простите. Дело в том, что я готов сопровождать команду в Киев. Что, опоздал? К сожалению, все документы уже оформлены. Доминико, дорогой, мы должны поехать. Упросить. Обязательно. Thank you.
Ты голоден? Нелепая страна, нелепые порядки. Не расстраивайся, милый, все к лучшему. Алло? О, добрый вечер. Да-да, все сделано. Джулия Фоско слов на ветер не бросает. Да, но подготовьте мне почву в Стокгольме. После американцев займусь шведами. Благодарю. Джули, клиенты Керрилла обойдутся без нас. Не обойдутся, милый. Их фигуры слишком толсты. А мне-то что за дело? Ну, их всех к черту. А контракты? Их тоже к черту. Ты знаешь, какую мы заплатим неустойку? Мне все равно. Чудесно. Ты уже святой. Простые смертные могут на тебя молиться. Ты совершенно не думаешь о том, что нам надо вносить очередной взнос за этот дом, за участок, за автомобиль. Коньяк тоже стоит денег. А ты любишь только хороший коньяк и вкусные обеды, да? А для этого я все годы кручусь, считаю, изворачиваюсь. Ну, хорошо, хорошо, успокойся. Только на том свете у меня будет покой. Тони. Пусть у нас уже нету той любви. Мы выросли из нее, как дети из тесной одежды. Но простые человеческие деловые отношения у нас есть или их тоже нет? Джулия, зачем так? Я же всегда делаю то, что ты считаешь необходимым. Я понимаю, ты устал. Тебе надо успокоиться, отдохнуть. Завтра мы едем через океан. Завтра я пойду добывать разрешение на выезд в Киев. Ты добывать? Когда-нибудь ты что-нибудь добыл, устроил? Что ты можешь? Ты еще меня плохо. Я тебя отлично знаю. Я пойду завтра, послезавтра. Ты будешь ходить 10-100 тысяч лет. Я буду ходить столько, сколько понадобится, Джулия. Не надо тебе ходить. Как же тебе это удалось? Ты чудо. Ты ангел. Прекрасно. Ангел хранить. Ангел устроить. Хорошо. Мы поедем в Киев. Не за дочерью, конечно. Ее там нет, и ты это отлично знаешь. Теперь ты нашел удачный предлог для свидания со своей родиной. Умна. Ты правильно поняла, что на этот раз меня не удержишь. Да-да, поеду. Пусть неустойка, пусть снова долги. Хочу увидеть... Среди них могли быть и мои ученики. Увидеть своими глазами хочу. Очень хочу. Я видела вас в спортивных рубах. В кино, понимаете? Элли Станелли Артур, это спортивная. Он и пьяте, Вольта. Ну-ну, вам съема станки. О, пенсал макарапью, Фредто и Нруси. Вы съете спортиво? Экуали спорт, фате. Он хочет знать, каким видом спорта вы занимаетесь. Я?
Вот этим. 85. Отлетим. Внимание. Петя, не знаешь, он только по-итальянски. На самолет Ту-114. Следующий по маршруту Киев, Москва, Владивосток. Рейс 8. Сеньор, шпрахните дочь? Пролево франце? Уи. Таня! Лутенко! Танечка, спроси его по-французски. Как он расценивает шансы своей команды? Мсье, эле шанс де сюксе де вот экип. Танюш, ты помедленнее спроси. Эле шанс де сюксе де вот экип. Les Italiens vaincront. Сеньор говорит. Сеньор утверждает, что итальянцы победят, но она не выступает. А вы как считаете? А я тоже не выступаю. Мадемуазель parle comme une vraie parisienne. Merci, madame, vous êtes aimable. Сеньора права, вы хорошо владеете французским. А вы нашим. Друзья, прошу в автобус. Сеньоры, сеньоры, прего. Для автобуса спета. Прего, сеньоры, прего. Очаровательный город. Белла, Белла, ну, настоящий европейский. Дуже добре. Дуже добре. Я и говорю, дуже добре. Дуже. 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 Тоня. Друзья, мне немного страшновато. Поменьше надежд, побольше здравого смысла. В наш атомный век не так уж много радости, чтобы лишать себя удовольствия хотя бы на что-нибудь надеяться. Тогда будем надеяться на золотые медали. Нам надо выиграть хотя бы одну из них. Согласен, спасибо, согласен. Сеньор Антонио, только с одним условием. Сначала вы наш тренер, а потом уже ее батько. 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 Его даже наш лялюк не интересует. На тебя уставился. Белло, белло, белло! Хорошо! Во! Ну, хватит, хватит. Иди отдохни. Петя, подержи-ка! Гиби, держи туго ногу. Вот так. Чувствуешь? Ну что за манера? Мог бы словами объяснить. Этот еще сеньор с киноаппаратом. Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста. Вы очень часто снимаете Лутенко. Ей это мешает. Да. Я себя веду, по-видимому, несколько странно. Пора объяснить. Господин Зимовец, мне очень нужно задать несколько вопросов Татьяне Лутенко. Могу я это сделать? Пожалуйста, сеньор. Таня! На минутку. Танечка, скажите, сколько вам лет? Около 22, точно не знаю. Где вы родились? Во Львове. Какова судьба ваших родителей? Не знаю. Но почему вас это интересует? Вы меня простите, пожалуйста, но это очень-очень важно. Вам известны их имена? О матери нет сведений. Отец? Что? Что вы знаете об отце? Только фамилию, инициалы. Лутенко, а вы? Больше ничего. По итальянскому паспорту я Антонио Лутенти.
Моя же настоящая фамилия. Лутенко Антон Васильевич. Двадцать два года тому назад в городе Львове от родов скончалась моя жена и оставила мне дочку. Я назвал ее Татьяной. Успокойся, Таня. Успокойся. Это надо выяснить. Антон Васильевич, не будем торопиться. Нужны точные доказательства. Я и за этим сюда приехал. Знаешь, странно. Только с появлением этого человека я вдруг ощутила себя сиротой. Я то смеюсь, то плачу, как дурочка. Ну зачем же? У тебя много друзей. Все они к тебе хорошо относятся. Кроме тебя. Ты ошибаешься. Да нет, точно. Ты один, кто меня пилит, грызет, воспитывает. Ну, ты действительно дурочка. Договорились. Ты знаешь, Тань, вот ты сейчас уезжаешь. Ведь на один день. Все равно, сейчас очень многое может решиться. А я... Я люблю тебя. Я не могу без тебя. Разве ты не хотела, чтобы я сказал тебе это? Внимание! Да, Леня, я как-то не думала об этом. Остается 2 минуты. Таня. Повторяю. Пора. Перед входом поезда номер 271 Киев-Львив завышается 2 минуты. Иди. Тебя ждут. Танечка, во Львове тренироваться по нашему плану. Только с тем условием отпускаю. Я прослежу. Хоть я и конкурент, не волнуйтесь. Счастливо. Спасибо. И в Сингапуре были? Был. И в Исландии? И в Исландии. А в Перу? Вот там-то вы, наверное, не были. Заносил меня и в Перу. Интересно так везде побывать. А этот Леня. Леня его зовут, да? Да. Он что же, учится с тобой? Да. Странно. Он мог бы, казалось бы, поднести твой чемодан к поезду, помочь. Это во всех странах принято. И у нас так принято. Но он не мог. Не мог? Не мог. Значит, хороший парень? Да, хороший. Он старше тебя? И умнее. И, между прочим, гораздо воспитаннее, чем вам показалось. Не надо обижаться. Да я не обижаюсь. Скажите, а где еще, кроме Франции, можно объясниться по-французски? В Италии. В Италии там каждый третий знает французский. Там тебе будет легко. А Леня изучает английский. Он считает его гораздо практичнее. Thank you.
друзья не советовали мне покидать родину. Но я был слишком молод, не послушался. Танина кормилица, это удивительно славная женщина, уезжала вместе с своими богатыми хозяевами в Швецию. Ну и Таня, конечно, с ней. Маленькая, их нельзя было разлучать, понимаете, пани? Понимаю, понимаю. Ну, а я перебрался через границу более доступным способом. Нелегально. Да. В Стокгольме, в условленном месте, я ждал кормилицу. Ждал неделю, ждал месяц. Оказалось, что пароход вышел из Гданьска, был обстрелян фашистами, переменил направление и потерялся. Я ищу Татьяну много лет. И потом с женой, с Джулией, мы ездили по всему свету. И я все надеялся, вдруг встречу, вдруг найду пани. Вы, конечно, понимаете, как это для меня важно и для Татьяны. Все возможное мы выясним, господин Лутенко. Не волнуйтесь. И обязательно до моего отъезда. У меня через 10 дней кончается виза. Я вас умоляю, пани. Си. Сеньор говорит, что всякий успех дела зависит от гонорара. Назовите любую сумму, любую цену. Не стесняйтесь, пани. Скажите сеньоре, что расходов не потребуется. Председатель спортивных обществ Кравчук. Да, вот я. Ты кем стал, Иван. Не согласен. А потому что на спартакиаду мы можем одних мастеров выставить по две команды. А нет уж, я сам зайду. Здравствуй, Ваня. Настоящий музей. А ваших трофеев здесь нет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть. Слушай, а Богдан, он здесь? Здесь. Антон Васильевич, смотрите. Этот кубок мы выиграли на первенстве школ. Раз. Похожа она на меня. А? Два. Да, честно говоря, не очень. Четыре. А на Марию? Так, ребята. Следующее упражнение. По-моему, как две капли. На голове. И фигура, и рост, и волосы. Не находишь? Раз. Упор. Да и на Марию не очень. Два. А ты все-таки изменился. Стойка. Почему? Три. У тебя стала дырявая память. Старее. Ребята, давайте попросим нашего гостя дать показательный урок у нас в школе. Пусть Антон Васильевич покажет нам, как он проводит гимнастические занятия со своими ребятами. Мне не приходилось работать с детьми. Но все-таки интересно. Я тренер. Прошу. Коммерческий. Здравствуйте. Встать. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Так, посмотрим, что вы умеете делать. Вот так руки поставьте. Упражнение для шеи. За мной. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А теперь быстрее. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не получается. Ну, давайте что-нибудь попроще. Внимание, со мной вместе. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, эй, раз, два, три, четыре, молодцы, раз, два, три, четыре.
Доброго дня. Здравствуйте. Иль директоре дель палаццо дель спорт. О, госпожа, мадам Лутенко, вы ищете директора, это я. Юлия Фоско, сама я один потрава. Очень приятно. Прошу вас. Здравствуйте. Сеньор Лутенко, ваш муж, это как я, хазбенд, хороший тренер, очень хороший. Ничего не понимает. Ваш Лутенко, тренер, шон тренер. Шон гуд, эленатор эчеленто. Манифико, белло, тренер, белло, капито. Белло. Это хороший по-ихнему. Эленатор эчеленто Лутенци. И Джулия Фоско, лимпресаре, эленораре, капито, си? Нон капито. Джулия Фоско, капито? Лимпресаре, эленораре. Бизнес, бизнес, капито. Че же она хочет? Она хочет денег. А за что? За образцово-показательный урок. Вот тебе и международное сотрудничество. Пардон, мадам, а сколько? 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 50 рублей. Си, мио индрицо, Киев, отель Москва, номеро 214. Мне пьяче ди коношерла, сеньоры. Грация. Arrivederci. Grazie. Наверное, это спасибо по-ихнему. А не заплатить, на весь мир ославит. Ославит? Да. Интересные пироги. Ну что ж, приложите к делу и отправьте полсотни этой акули капитализма. А основание? Резолюция Кравчука. Кравчук не подпишет. Подпишет. Он сюда их пригласил, пусть он расхлёбывает. Не подпишет. Престо, престо, быстрее, быстрее. Эленатор, тренер Фрила. Хорошо кувыркаешься. Что-то. Да, вот вытачивать из таких маленьких человечков больших мастеров истинное счастье девочки, педагога. Девочки, что ж, отправляйся на работу. Спасибо, Ваня, ты всегда был добр ко мне. Но даже ты вряд ли согласишься хлопотать за иммигранта. Равней. Почему? Да, поверь мне, я знаю. Нет страны, где бы они были в почете. Вот смотри, какая страна. Да, и какой иммигрант. До свидания. До свидания, дети. Пожалуй, эти аплодисменты – лучший гонорар в моей практике. Иван Дмитриевич, что? Есть одно дело. Потом, потом, Костя. Ну, важное дело. Позвони завтра. А после того, как ты махнул за границу, я до самой советской власти ходил в подозрительных типах. Зато теперь спортивный босс. Да-да. Антон Васильевич, да? Мы потом сходим в ту школу, где я училась. Обязательно. Спасибо. Excusez-moi, мадам, nous avons parlé de mon école. Vous avez étudié longtemps? Я бы не хотел другой дочери. Но может ли ей понравиться такой отец, как я? Ваня, у меня все здесь изломано. Не надо, не надо. Успокойся. Извини.
Ну, а что Богдан? Он такой же седой, как мы с тобой. Он, конечно, по военной части или политической деятели. Мы пришли. Под этим деревом мы с тобой часто гуляли. Как жаль, что я не могу этого помнить. Будьте добры, скажите, пожалуйста, живут сейчас здесь доценки? Доценки? У нас таких нет. А Щербины? Щербины? Щербины есть? Щербины? Так ведь они давно в Харьков переехали. А, спасибо. А пани Велецкую вы не помните? Велецкая? Ну как же? Пани Велецкая. А чего ее помнить? Вот она. Таня. Здравствуйте, пани. Здрасте. Соседа не узнаете? А я у вас брал книги когда-то. Не помните? Боже. Пан Антон! Таня! Святой ангел! Как она похожа на покойницу Марию! Таня! Танечка! Таня! Пан Антон! Сколько лет? Сколько лет? Она вспомнила. Вы видите? Она вспомнила. Джулия! Давно Антонио не было такого счастливого дня. Скажите, он был счастлив там? Не знаю. Он приехал туда с наивными идеями служения человечеству. Очутился на службе в третьеразрядном кабаке. Вы не добры к нему. Я? В вашем возрасте, девочка, я уже испытала все, все знала и все умела. Все. И я уже твердо не верила в людей. Он бы до сих пор чистил овощи на кухне, если бы я его не сделала тем, кем он стал. Вы это сделали для себя? Я это сделала потому, что другого такого, как он, в мире нет. Вы плачете, сеньор? Я никогда не плачу. Долгое время я была ему женой, сестрой, матерью, ловким импресарио. Но вот появились вы, и все мои планы летят к чертям. Я ни в чем не виновата. Но ведь вы не поедете с нами в Италию. Выйдем. Нет, я не поеду туда, в Италию. А если вы дочь? Нет, нет. Все равно. Мой дом здесь. Вы будете шить платье там, где шьет их Софи Лорен. Я понимаю. Вы здесь подсмеиваетесь над стремлением к красивым вещам, модной одежде. Нет, почему же? Красивые вещи и одежда. Это очень приятно. О, значит, вы понимаете это. В таком случае я вам обещаю, а Джулия Фоско слов на ветер не бросает, что у вас в полной мере проявится вкус к настоящей жизни. Сеньор, поверьте, у меня настоящая жизнь. Вы ведь сами говорили, что богатство не сделало моего... Антона Васильевича счастливым. Если ты унаследовала хоть десятую долю его душевной нежности, доброты и справедливости, ты не поступишь с ним так и со мной. Нет, нет, сеньора, не уговаривайте меня. Я понимаю, я слишком нервничаю, тороплю тебя, прости меня.
Только об одном прошу тебя. Пожалуйста. Не огорчай его сейчас. Не торопись объявить «нет». Еще так много неясного. Он так долго искал тебя. Обещай мне. Хорошо. Пока не буду. Просто не знаю, что делать. Чего ты нервничаешь? Придут и уйдут. Света, может, тебе их позвать? Давай ко мне. Ну, а как лучше? Да как угодно, не посольский прием. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте, здравствуйте. Лутенко, как бы ни важна была ваша физкультура, зачеты извольте сдавать вовремя. Вы не будете так строги, если ее физкультуру увидите хоть раз. Это смахивает на взятку. Подожди минутку. Здравствуйте. Здравствуй, Таня. Леонид. Я понимаю. Я должна тебя оставить в покое. Но если тебе неприятно, прогони меня. Я уйду. Ну, что там у тебя произошло? Выкладывай. Понимаешь, вчера после тренировки я была у них в гостинице. Антон Васильевич. Он так меня хорошо принял. Они были так рады. А его Джулия подарила мне кофточку. Вот, смотри. Не надо было брать, да? Нет, ну почему? Носи. Я им тоже кое-что приготовила. Вот, смотри. Глиняный баран. А ей, конечно, куманец. Ну, их все покупают. Москвичи, иностранцы. Оригинальные сувениры. Чего? Сойдет. Все проблемы? Да нет, Лень, понимаешь, теперь я должна их пригласить. Куда? Я решила к Свете. А при чем здесь свет? Ну, три комнаты, мебель. А при чем здесь мебель? Ну, конечно, я их приглашу в комнату общежития. Четыре койки, четыре тумбочки и больная Людка с температурой. Очень приятная обстановка. Да, не очень. Ну, ладно. Иди, я подумаю. Спасибо. Леня, а ты будешь завтра во дворце? Не смогу. Наш микрофон установлен в Киевском дворце. Сейчас здесь начнутся международные соревнования сильнейших гимнастов семи стран Европы. Есть билет? В этом турнире примут участие неоднократные победители национальных первенств и молодые дебютанты спортивной гимнастики Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, ныне Финляндии и Украины. В соревновании будет разыграно личное первенство в гимнастическом многобое. Победители награждаются памятными медалями. Ладно, проходи. Тренируйся. На брусья вызывается Лючано Моретти, Италия.
выполнять Татьяна Лутенко, Украина. Татьяна Лутенко, Украина, экзорсис Лив. Татьяны Лутенко 9,7. Татьяна Лутенко Россию 9,7. Упражнение на бревне выполняет лидер соревнований Лючано Моретти, Италия. Экзерсис Рассо. Лючано Моретти. Лидер де компетисион, Италия. Танечка, у тебя будет еще лучше. Простите. О, спасибо. Неожиданно. Это она для вас старается. Вы так думаете? Да, она может стать королевой. Татьяна Лутенко получила за выступление на брусьях 9,8. Мама!
Пока это лучшая оценка в наших соревнованиях. Я говорила по уши, точно. Все, девочки, теперь она лидер. Если я учиться в Москве, и тренер мой Руссо. Конечно, можно. Ну, Бруно, сомневаться, ну. Браво, Таня! Браво! А, Таня! 90 спортсменов. Молочка. Ой, молочка. Спасибо. Ручка. Пожалуйста. Дюша, добрый, чудово. Леня, спасибо тебе. Ты умница. Если не получится из меня ученый, буду массовиком для тебя. Какой-то он странный парень, необщительный. Этот вечер организовал он. Он? Совсем странный парень. Твоє кохання, серця мого жарке віно, сонячно з тобою сива полонино, сива полонино. Dove gioia della festa, la natura e il fior, negli occhi tuoi belli si è spento l'amor, io ti amo e ti muore, non starmelo braccato, ti chiama la vita, ale. Mio bello giovinetto, come stai così sole, non palpita il tuo petto, quanto canto lo signore, quanto l'onda colore, scambiano molli parole, non restare così sole. Таньку этот папа Римский. Не пустим. От всей делегации я сердечно благодарю вас за такой прекрасный вечер.
Мне лично особенно приятно, что этот вечер состоялся именно сегодня, 6 октября. В этот день родилась моя дочь. А если это не Таня? У нас есть много причин быть уверенными. И пусть наша уверенность поможет решить нашу судьбу. Таня, когда ты была ребенком, я тебе не успел подарить ни одной куклы. Вот тебе за прошлое. Спасибо. Ой, смотрите. А это уже взрослый Тани для предварительного ознакомления. Путеводитель по Риму. Я надеюсь, ты побываешь у нас в Риме. Да, это было бы интересно. Это будет замечательно. К чему создавать у него иллюзии? И он и сам поймет, что я не поеду с ним в Италию. Да ничего он не поймет. У них другое мировоззрение, другой стиль жизни. Он не такой, как все. Ведь он может быть моим отцом. Понимаете? Отцом. Неужели я не имею права иметь отца? Ведь у вас же у всех. Что это с Лутенко? Извините. Пойдем. Пойдем. Нас ждут. Идем. Ой, Антон Васильевич. Доброе утро, Танечка. Доброе утро. Люблю позаниматься одна. Я тоже тут немножко занимаюсь, не помешаю. Нет, что вы, пожалуйста. Этот прыжок Лючана мне очень нравится. Это мой прыжок. Иди сюда. Вот в этой книжке записано и зарисовано 100 гимнастических упражнений, прыжков, уносерио. Уносерио – это связка. Я собирал 20 лет. Тут большой капитал. Вот смотри. Вольные упражнения. Раз. Так это мы делаем. Возможно. А на брусьях? Понятно. Так. По-моему, это слишком трудно. Это очень эффектно и довольно просто. Попробуем. Угу. Ну-ка, Танечка. Главное, резкий поворот плечом и не бояться. Ну-ка. Так. Молодец. У тебя большие способности. Просто вы хорошо объясняете. Мне кажется, я знаю, что тебе необходимо. Что? Индивидуальная тренировка в особых условиях. У меня прекрасные условия. Я не про то. Но все-таки ни один тренер в мире не может сравниться с тренером отцов. Бонжорно. Салюта. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Васильевич. О, Таня уже здесь. Бонжорно. Приветик. Альто. Главное, резкий поворот плечом и не бояться. Ну-ка, давай.
так. Варда. Ну, вот и прекрасно. Прошу простить, Танечка, может тебе на минутку? Пожалуйста. Танечка, я показал этот элемент только тебе. Смотрю, делает уже вся команда. Как же так? У нас нет секретов друг от друга. Да и вы не просили хранить это в тайне. Видишь ли, я бы хотел, чтобы это принадлежало только тебе. Ты представь, разве ты не хотел быть первой в мире? Кто же этого не хочет? Мы поедем в Италию, в Рим. Я брошу к чертям все контракты. Мы будем жить вместе. Я буду тренировать тебя год, два. У тебя будет ожерелье из золотых медалей. Ну что же ты молчишь, Таня? Извините, Антон Васильевич, что я вмешиваюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Но дело в том, что в Таниной жизни спорт – это не самое главное. А что же главное в Таниной жизни? Вам это трудно понять. Вот видите, это не так просто. А семья? А счастье обрести родителей, жить с ними вместе, не расставаться? Разве это у вас не самое главное в жизни? Антон Васильевич, я понимаю, как это волнует вас. Но, по-моему, Таня делает ошибку. Она выслушивает ваши планы и не рассказывает о своих. Не обижайтесь, Антон Васильевич. И ты, Тань, не обижайся. Извините. Антон Васильевич, а вы никогда не думали вернуться? Как же я мог не думать? Я мечтал, я рвался, я даже что-то такое предпринимал. Но сначала было трудно. Здесь. Я понимаю. А потом у меня у самого возник целый ряд таких сложных семейных обстоятельств. Я, как бы это сказать, подписал слишком большой вексель той жизни. Надо расплачиваться. Да. Ты славная девочка. Тони, смотри, Киев 4, последняя модель. А все-таки меха, черную икру и фотоаппарат они делают неплохо. Но у тебя уже есть 3 аппарата. О-ля-ля. В любом магазине на Вио Национале мне дадут 200 тысяч лир, а здесь 150 рублей. Фантастика. Не понимаю, ты же говорила, что у нас осталось советских только 120. Но ты ведь сам уже успел кое-что заработать. Когда? Где? Ну перестань дурачиться. Откуда деньги? Из Львова за показательный урок. Это они сами или твоя работа? Это работа всякого нормального импресарио. Неужели ты не понимаешь, что здесь другая страна и другие порядки? Нелепая страна, нелепые порядки. Немедленно верни аппарат и отошли деньги обратно. Хорошо. Только ты не кричи на меня. Ты сама кричишь. Я могу. Я вздорная женщина. А ты не должен. Раньше ты не был таким, Тонио. Страсти накалились. Да и как им не накалиться? Всего несколько минут осталось до конца соревнований мужчин. А кто победит, итальянец Бруно Трицони или украинец Петр Лелюк, до сих пор не ясно. Тот из них, кто получит более высокую оценку, станет чемпионом соревнований.
покажет украинец. Святая дева, чтобы он зацепился, оступился, споткнулся. Ваня, что Украина станет такой свободной, могущественной державой. Поздравляю, Петенька, с первой золотой. Михаил Петрович, это не моя. Это ваша медаль. Ой, как здорово! Качать Михаила Петровича! Да, такое признание моими контрактами не предусмотрено. Вечерняя молитва. Ты напрасно над этим смеешься. 20 лет мой манифест был для тебя жалкой бумажкой, свидетельством моей слабости, моей глупости. Ты издевалась. Но я не издевалась. Ты издевалась, а он существует и действует там, где он был задуман. Но он действует без своего автора, без меня. Ты можешь легко исправить эту ошибку. Не уезжай отсюда. Почему бы и нет? Тебя оставят. Ведь все видели твои слезы, когда поднимали украинский флаг. Они дадут тебе вместо этого английского костюма изделие Киев Швейпрома. Они дадут тебе твердую зарплату. И ты в конце концов дослужишься до обеспеченной пенсии старости. Жуль, я устал от твоих истерик. А я устала от этой иконы! Если бы ты не таскал ее по всему свету, все было бы иначе. Эта афишка приносит мне счастье. Будь она проклята! Будь она проклята! Джулия! Впрочем, она права по-своему. Во всем виноват я сам. Я сам. Вам письмо. Спасибо. Уважаемый господин Лутенко, с большим сожалением вынуждены сообщить, что Татьяна Лутенко не является вашей дочерью. Не является. Нами точно установлено, что отец ее
Лутенко Андрей Владимирович Лесарь Львовского депо в декабре 1938 года был арестован польской полицией по политическим соображениям и через месяц скончался в тюрьме. Таня, где моя дочь? Куда ты? К ней. Алло, мадемуазель, s'il vous plaît, téléphonez. Oui, New York, Mr. Carroll, numéro 7903. Oui, Mr. Carroll. Merci. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, гулял по Киеву. Решил проверить, вовремя ли ты ложишься спать. Точно по часам. Заходите, пожалуйста. Да нет, уж поздно. Как настроение? Волнуюсь. Финал все-таки. Ну, это естественно. Но только веселей. Веселей, Танечка. Побеждают веселые. Ну что же, спокойной ночи. Спокойной ночи. Дочери нет, и родины нет. А почему нет? Есть. Я иду по земле Украины. Да, но у тебя в кармане заграничный паспорт. Нелепо. Я здесь иностранец. Как страшно. Татьяна Лутенко. Лючано Моретти уступает ей 0,4 балла. Надо признаться, что успех этих двух гимнасток явился для многих знатоков спорта неожиданностью.
Доброе утро, сеньора. Последний снаряд остался. Так боюсь. Да. Душевные качества ты унаследовала явно не от него. О чем вы, сеньора? Ты действительно не его дочь. О чем вы, сеньора? Таня! Таня, быстрее, тебя вызывают! Ты ничего не знала? О чем вы, сеньора? Таня! Чтобы ты еще разревелась. Вот этого я не понимаю. Конечно, обидно. Обидно, Таня. Но это не самое горькое в жизни. Антон Васильевич. Да. Я уже знаю. Значит, и ты получила извещение? Да, получила. Nous sommes tous unanimes pour que sur la terre, les seuls champs de bataille ne soient que les stades et salles de sport. Et pour que les principaux vainqueurs de tous les championnats soient notre amitié. И мы все за то, чтобы на земле единственными полями сражений были поля наших стадионов и спортивных залов. Чтобы главными победителями всех чемпионатов была наша дружба. Киев, бульвар Шевченко, 43. Вы действительно какие-нибудь дальние родственники, а? Да хотя бы дальние. Дальние и дальние. Я был бы рад. И я тоже. Регор, прошу. Вот, Ваня. Да. Иван Михайлович Петрович, как только будете в Риме, знаю, то... Знаю, знаю. Значит так, прямо с чемоданами, Виабарелли 8, тук-тук. Сеньор дома. Правда? Еду, уехал в Мельбурн. Ах, да, тренирует австралийцев. Ну, и надеюсь... куда же мы с чемоданами? А? Я надеюсь, этого не случится.
доброго вечера. Прошу прощения. Отличное известие. Телеграмма от Кэрол. 50% надбавки, если тренер золотой. У тебя неплохой импресарий, согласен? Согласен. И ты уже золотой? Нет. Золотой тренер Михаил Зимовец. А, ну выиграла Лючиан. А я даже не серебряный, у меня же нет учеников, у меня только есть клиенты, Джули. Прости. Таня! Да? Мне никогда не приходилось давать отцовских наставлений. А мне никогда не приходилось их выслушивать. Танцуй с Леней. Всегда с ним. Это родительский приказ? Первая конфета чемпион. Пожалуйста, пожалуйста. Пригласил бы. Таня, угощайтесь. Хорошо танцует. Они любят друг друга. Прости-ка, друг. Спасибо. Таня, вот что я должен сказать. Каждый год из любого уголка земли, где бы я только ни находился, я буду вам присылать поздравления. 6 октября. Я тоже буду праздновать каждый год день рождения 6 октября. До свидания, Леня. До свидания. Какое хорошее слово «до свидания». Правда? Ты много куришь. Извини. Скоро Львов. Да, это было бы счастье. Ну что ж, будем хлопотать. А можно ли свои ошибки исправлять ценой страдания близкого человека? Могу ли я, Ваня? Ну смотри, Антон. Единственный снимок, сделанный тем фотоаппаратом. Это твое внутреннее отношение ко мне. Это не так, Джули. А смогу ли я теперь жить там? Внимание, граждане-пассажиры. Поезд Москва-Чоп прибывает на станцию Львов.
Повторяю. Мне надо попрощаться с товарищами. У нас будет время поговорить, Джули. Второй раз я тебя провожаю. Оглянись. Вспомни, что и я существую. Оглянись. Тонио. Все сделаю, чтобы вернуться сюда. Домой. Внимание! До отправления поезда номер 7, Москва-Чоп, остается 2 минуты. Повторяю. До отходу поезда номер 7, Москва-Чоп, завышается 2 минуты. Джули! Не надо. Так будет лучше. Нет, нет. Это так просто не делается. Мы вернемся сюда вместе, Джули. Ведь тебе всегда было все равно, где жить. Нет, Тони. Для меня все-таки самая прекрасная страна – Италия. А для тебя? Ты спешишь. Не спеши. До свидания.